Военный летчик, его супруга и двухлетний сын стали жертвами пожара в Балхаше. Как сообщила пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел 11 февраля в 11 часов вечера. Сообщение о пожаре поступило в 22:43 в пожарную часть номер 45. Как сообщают спасатели, из квартир подъезда были эвакуированы 14 человек. При обходе в квартире на втором этаже были обнаружены трупы трех человек – мужчины, женщины и ребенка. Очагом возгорания была квартира на первом этаже дома. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Происходило горение мебели, домашних вещей, оконных рам, межкомнатных дверных перегородок и пола. При тушении в одной из комнат был обнаружен труп мужчины. Таким образом, жертвами пожара стали 4 человека. Это было почти уже ночное время. Человек, как всегда, получается, не мог оценить обстановку. То есть, конечно, поэтому пытались эвакуироваться. Но так как было сильное плотное задымление, получили отравление. Горели вещи, там синтетические вещества, они дают такой сильный едкий запах, дым. И получается, дает такой организм сильнодействующее отравление. Позже стало известно, что в результате отравления угарным газом погиб военный летчик войсковой части 53-898 Министерства обороны Еркын Удербаев, его супруга и двухлетний сын. Эту информацию подтвердил заместитель командира войсковой части Бахыт Джуманов. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.